На всех плодовых деревьях сейчас набухли почки. Это почки цветочные. Какие красивые. Сейчас начало мая 22 года. Я на даче в Подмосковье. Вот это черешня. Какие хорошие. На каждой веточке толстенькие шарики. Как приятно на них смотреть. Это такое мимолетное время. Сейчас еще немножко, и все это распустится и облетит. Какие красивые. Они такие липкие, смоляные. Черешенка. А вот это почки на абрикосе. Они такие бордовые, такие красивые, тоже пухленькие все. Еще немножко и будут цветочки. Это у меня абрикос Лель из хорошей очень организации Селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. Он с 30-х годов нашего века, нет, прошлого века существует. Такие почечки у меня на абрикосе. А вот это цветочные почки на алыче. Они находятся прямо по стволам. Они обычно так и плодят. И вот они. Какие хорошие. Это у меня алыча златоскифов. Вот они какие красивые. Кругленькие. Вот цветочные почки прямо по стволу алычи. Вот они какие. Это у меня алыча кубанская комета. Еще немножко. И они выпустят свои белые цветочки. А вот моя слива. Вот какие красивые. Все в почечках. Телефон фокус не наводит, ну ладно. А вот это у меня войлочная вишня. Вот эти вот мелкие штучки, это как раз цветочные почки. Опять покажу абрикосовые почки. Вот они какие яркие, да? Красненькие. Прям по стволу идут. А вот у меня жимолость. Уже некоторые зацвели. Вот она какая хорошая. Какие красивые почки. Это у меня называется жимолость. Марена сорт. Вот еще жимолость Герда. Это поменьше немножко, еще пока не распустилась. Она называется Ленинградский великан. А вот цветочные почки на японской айве. Маленькие такие, кругленькие еще. Цветочные почки на грушах. Даже совсем молоденькие саженцы у меня в цветочных почках. Это у меня груша чижовская. На яблоне наконец-то почки появились. Это у меня подарок Графскому. Вот и почки на винограде. Вот такие кругленькие, серенькие почечки. Вот они. Скоро распустятся. Да никакие кружочки такие серенькие. Мне здесь его много. Какая-то туча налетела черная. Кажется, дождик будет.